какая страна вам нравится? Какая страна? Да. А своя лучше, вот, Чувашии хорошие. Ну, тогда, кроме Чувашии, может. Своя Россия лучше. А из иностранных? А иностранные не ездил никуда, для меня они. Хоть есть, хоть нет. Нравится ли вам, например, Украина? Не дерутся, всех людей убивают. Кто убивает? Своих людей убивают, они нехорошие. Своих людей убивают. Что за люди такие, непонятливые? Здравствуйте. Что за это? Это что за херня прибор? Вопрос снимаю. Ну, какая страна вам нравится из зарубежных? Зарубежные? Да. Чихал на зарубежные страны. Понял? Ну, давайте, может... Понял, да? Чихал на это всякие американцы, Франции и немцы, что уничтожили. Я Россию люблю. Пши на три буквы. Понял? Все. То есть вы и США, я и... Я водку люблю. Да? Ну, да. Зарубежные страны, какие лучше России, ничего нету, чего говорить-то? Мы в России живем, лучше другие страны, какие нам нужны? Да? Только Россия. А чувствуете ли вы превосходство там над другими странами? Ой, не знаю. Никуда за границу не ездила, не знаю. Но у нас дом же лучше. В России же лучше. Где нас встретят? Нигде нас ничего не встречает. Мы все равно для всех чужаки. Своя родина, своя Россия лучше. Ага. Спасибо. Я не люблю, я ненавижу. Я не люблю, который Россию унижает. Россия великая держава. Будешь жить, жил и будешь жить. Кто только не подал? Шведы, турки, поляки. Россия кем только не воевал? В Чечне, Афганистане. Мы же победили всегда. Эбай? Я чувашей люблю. Я Россию всегда любил, уважаю. Я медицинский работник. Утрвизжал медицинский расчезе. 33 года медицинского. Я людей спасал. Чтобы они жили. А, потому что мы ж, наверное, дурной народ. Если правый газ, я дурной народ. А потому что Россия был... О, хуй возьми Россию. Понял? Понял. Зарубежная страна Замбора. Где зарубежная страна Замбора? Где страна Замбора? Да, наверное, зарубежная страна Замбора. Ну, давайте я вам скажу, может, вам Украина нравится? Украина... Украине не нравится, они же воюют. Сейчас не нравится. Раньше, когда это Союз СССР был, тогда нравился. Сейчас нет. Можешь сормелей? Можешь сормеломар. Теперь я... Какая страна вам нравится? Конечно, Россия. Ну, кроме России. Я нигде не была, не знаю, где что нравится, только по телевизору. От меня проку мало. Я уже старая. Ну, давайте вам скажу, например. Может, вам США нравится? Нет. Спросите, да, помоложе есть. Спасибо. Людей спрашиваю. Так, Украина вали, бандеровцы вали, что ли? Ну, такое тоже есть. Такое не надо нам. Ну, тогда... Если по-доброму, только... Ну, по-доброму. Ну, вопрос. Какая страна вам нравится? Россия, родина. Ну, тогда какая страна? Почему нравится? Какая страна нам нужна? Больше России никого не нужно. Только в 8 можем съездить. Родина не могу. А ну держи и держи. Может, вам из зарубежных какая-нибудь нравится? Нет.
А может вам Великобритания нравится? Ну да. Ничего не нравится. Сказать нельзя, России нравится. Все. Больше лучше России нету. Может вам помочь? Не надо, что-то выйти. Ну тогда может Украина? Что? Нет. Ладно. Нет. Это давайте. Рад. Спасибо. Здорово! Подойдите-ка сюда. Да хлебать, блядь. Пизду, блядь, пухарькай. Мать, блядь. Ну ладно, я, блядь, да ты, да. А так вообще, блядь, долбай. Ну, хотелось бы. Отличное, блядь. За пацанов, блядь, поскольку, блядь, забрали у нас, блядь. Кого? Ноги? С этого, блядь, района, блядь, пять, блядь, пацанов, блядь, забрали, блядь. Да? Да. Они были вашими друзьями? Мои, блядь, друзья. Они уже на фронте? Или как? Уже, блядь, на фронте, да. Я сам, блядь, нет, блядь, добровольцы. Вот сейчас, блядь, пытаюсь, блядь, заявку. Собираетесь, да? Да. Удачи, что-то.